Слушателей ждет потрясение, обещает Родион Замуруев. В программе концерта скрипичный концерт Бетховена. Сам виртуоз эту музыку считает феноменальной. Концерт Бетховена, он входит, скажем, в четверку самых наиболее популярных, наиболее играемых концертов наравне с Брамсом, Чайковским, Мендельсоном. Но Бетховен, он все равно номер один и даже больше, чем номер один, потому что это Эверест, на который мы будем завтра взбираться все вместе. Скрипка, как известно, царица музыки. Живой звук этого инструмента, уверен лауреат многих престижных международных конкурсов, не заменит ни одна, даже самая совершенная аппаратура. Что же касается мастерства самого скрипача, то музыкальные критики отмечают запоминающийся исполнительский почерк Замуруева, масштабность его трактовок и безукоризненное владение инструментом. Родион – желанный гость во Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии. А с недавних пор почитатели появились и в Сочи. Мы с удовольствием, конечно, приглашаем и новых исполнителей, но всегда радостно встретиться с тем, с кем сложились отношения, кого прямо всем сердцем приняла публика. И это именно вот так было чуть более года назад с Родионом Замуруевым, когда он играл концерт Брамса. Мне кажется, что с первых нот его зал уже, так сказать, полюбил, признал его действительно абсолютно объективный, высочайший уровень, поэтому он согласился с нами поучаствовать в нашем празднике, в нашем открытии сезона, потому что это действительно праздник для коллектива. Далее Родиона Замуруева ждет Москва, а у сочинского органного зала своя обширная концертная программа. Впереди приезд блистательного виолончелиста Глеба Степанова, затем юбилейные концерты солистов сочинского симфонического оркестра, в сентябре курортные субботы на площади музыки, а буквально через неделю на этой сцене будет стоять целых 4 рояля. Оркестр исполнит концерт Баха для 4 роялей. Кстати, дирижер на этом концерте будет еще и солистом. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.